В углу показано ваше оружие. И то, спрятано ли оно. Рядом с оружием видна желтая полоса, показывающая силу. Вашего инстинкта. Если верить Бенджамину Трэвису. Когда инстинкт слабеет, вы не можете использовать особые навыки. Вас вот-вот заметят. Чтобы извлечь всю пользу из этой обучающей миссии, постарайтесь оставаться невидимым и убивать бесшумно. Тут не важно, но тут не важно, что как мы будем делать. Могу пройти с того места. Вы активировали контрольную точку. Если вы погибнете или решите начать сначала, вы начнете с этого места. Уберите оружие. Важно. Использовать бег позволяет перемещаться быстрее. Так. Да. Убиваем. Никак не учат. Там вот, ну, тут не важно, когда будет происходить, но главное показать секрет. Что сейчас бывает? Без секрета вообще не осталось этого секрета. Вы блокируете удары противника. Видите цель? Я его вижу. Сюда, смотрите, вон он. Не видишь меня? Ладно. Как где? Где? Мы устранили всех врагов. Не самый чистый подход. Зато вы живы. Используйте инстинкт или взгляните на радар, чтобы найти выход. Ну, все. Ну, точнее, попробуем пройти. Мне, блин, это было бы хотеть все от начала до конца. Но же только дойти. Используйте инстинкт, чтобы предугадывать движение врагов. Я покажу, да? Да, штука здесь просто смертная. Этот охранник идет к ограждению. Он не дойдет до вас. Колющие и режущие предметы можно использовать как для смертельных бросков, так и для отвлечения внимания. Выберите цель. Чистое убийство. Вы можете сбросить тело за ограждение. Чувак, ты... Ой, это надо сделать, давайте возьмем. Вы переоделись в охранника. Теперь вы можете свободно перемещаться за пределами усадьбы. Учтите, что другие охранники могут заподозрить вас, если вы подойдете слишком близко. Впереди видна оранжерея. Чтобы проникнуть туда незаметно, вам понадобится маскировка. При входе в оранжерею вы подойдете близко к охраннику. Он заподозрит вас, но вы можете обмануть его с помощью инстинкта. Там не важно. Обманите охранника. Кому вообще важно, что я сюда покажу, как его протянуть вот. Используйте инстинкт, пока не окажетесь внутри и в безопасности. Охранники впереди заподозрят вас.
А у вас недостаточно очков инстинкта, чтобы пустить им пыль в глаза. Поищите другой способ. Достаточно, чувак. Девочка, достаточно. Понимаешь, достаточно. Охранник заподозрил вас. Используйте инстинкт, чтобы обмануть его, и отойдите. Все. Чем это? Прости, приятель, новые правила. Отлично. Просто отлично. Я убью этих шутов-ремонтников. Вы разобрались с охранниками. Вы получаете очки инстинкта. Они настолько прикольные, что я не могу ничего. Вы можете убить их или прокрасться мимо. Выбор за... Не убивать случайных свидетелей – путь благородный, но очень трудный. Тем не менее, это путь бесшумного убийцы, который не привлекает к себе внимания и не оставляет следов. Он такой девушка. Я всех понимаю. Я прошел через двор. Вхожу в усадьбу. Приближаюсь к цели. Хорошо. Проникните в усадьбу и устраните Диану Бернвуд. А Викторию приведите к нам целой и невредимой. Она очень много значит для меня и для агентства. Кстати, вы уверены? У меня нет рака простаты. Дайте я вас расцелую. В смысле, отличной новости. Вы меня порадовали. Спасибо, доктор. Я думал, я уже труп. Док, мне надо бежать, доктор. Огромное спасибо. И вам доброго дня. Счастливо. Блин, ничто этот день не испортит. Ты уверен, что я что-то не могу испортить? Ну, может. Вы проникли в усадьбу. Ваша текущая маскировка вызовет подозрение у охраны. Найдите новую маскировку или избегайте обнаружения. Ты же в курсе? Наш клиент не желает, чтобы в доме курили. И вообще, что с тобой такого? Ты же Так, ладно. Теперь берем улики. Находя и изымая улики против себя, вы зарабатываете очки рейтинга и повышаете силу инстинкта. В одежде охранника усадьбы вы можете войти в саму усадьбу. Учтите, что другие охранники усадьбы могут заподозрить вас, если вы подойдете слишком близко. Так, все. Когда вы пройдете в эту дверь, система рейтингов будет включена. Она будет следить за вашим стилем игры и вознаграждать за успехи. Вы можете следить за своим рейтингом в левом верхнем углу экрана. Как всегда, методы достижения цели зависят исключительно от вас. Удачи. Ну так погнали. Тихо, чувак. Тихо. Что этот парень там делает? Тихо. Нет. Ну вот твоя дня. Значит так. Мисс Бернвуд в душе наверху и скоро спустится. Используйте инстинкт для поиска важных объектов. Чувак, твоя отсюда. С шестичасовыми сменами. И вы ни при каких условиях не будете оставлять випов одних в течение своей смены. Любое нарушение протокола повлечет разрыв контракта и занесение в черный список. Можете не сомневаться, виновные больше никогда не получат работу в этом бизнесе. Все, свободны. Ты можешь свои парень? Давай. Так, быстро. Представь. Значит, да. Теперь он идет. Кто открыл ставни? Мы здесь как на ладони. Нет, ребят. Хватит бегать. Их нужно убить. Походу, да. Отлично, ведь. А я и не замечал. Прошу прощения, сэр. Прощайте, ребята. Все свидетели обезврежены. Никто... Ваша маскировка разоблачена. Враги будут искать охранника усадьбы. Чтобы снять с себя подозрения, убейте свидетелей. Ситуация под контролем. Приведите здесь все в порядок перед тем, как идти дальше. Вот и все.
Так, куда надо там было смотреть? Не помню, что полон, кажется. Вот, что нам нужно сделать? Во-первых, нам надо выстрелить. Вот. Вот в ту ракушку. Теперь в эту. Теперь надо смотреть. Вот. Ты кто такой? Эй! Ты... Ох, я скачу, ты ничего надо делать. Нет! Не-не-не-не-не! Куда ты, чувак? Ну, уходи. Ты же такой красивый, красавец. Чудина. Ушел. Ребят, это будет секрет. Я его накопал на ютубе. Очень понравился, хочу сказать вам. И я хочу показать, как еще я снимал, чтобы он тоже посмотрел. Забился. А пока, пока, получить полностью. Найдено тело. Охрана насторожилась. Ваза, ты Лайма запрашивает поддержку. Пожалуйста, подтвердите. Какая поддержка? Получил полный. Все. Ну, если вы нас видите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте обязательно. Оставь комментарий под это видео. Что-нибудь еще сделал, я не знаю, что угодно сделали. Всем понравилось это видео. Буду рад всем. Комментариям, не нравится, покажем мои комментарии, фактически. Подписчиков 14 до 14 дней, если сделал, ну не важно. Потому что нравится, как будет больше, если этот мир будет подозревать ко мне. Потом будет. Всем пока. Следующий правда, я не верю. Ребят, я не верю.